17, skin color Dairy Queen. White pill, gin and tonic with some grenadine. Eyes open like you never seen a dance floor. Pumping like this shot full of creatine, baby. Them bitties all tryna shake ass till they break glass. $20 food in no class, they getting bad. Понимаешь что-нибудь в теории баскетбола? Ну, немного. В каком году вообще основали баскетбол? Я не знаю. По-моему, 1842, что-то где-то, или 1900 какой-то там вот на самом начале. Ну, что-то около 100 лет. Не знаю. В 1936, что ли, или 86, в каком-то шестом. Ну, пускай будет 1935. Кто придумал баскетбол? Так, это очень трудно. Нет, я не знаю. Ух-ух-ух. Доктор. Джеймс. Нанет. Я знаю, что в Канаде, знаю, что основатель Неймар, учитель физкультуры. Не знаю. Я знала. Размер баскетбольной площадки. 28 на 15. А можно мне вопросы? Вы можете отвечать мне, я правильно говорю или нет? Очень большая. 3 на 6. Тоже не знаю. 15 на 28, кажется. Нет, на 52. 15 на 52. Как ты считаешь, кто самый популярный российский баскетболист в НБА? Где? Не знаю, мне нравится Майкл Джордан. Кто у нас там сейчас? Мозгов. We'll be right back.